Каждый год учителя, педагоги дополнительного образования и воспитатели детских садов принимают участие в спартакиаде районной организации профсоюза работников народного образования. В этом году она прошла уже 35-й раз и собрала небывалое количество участников. С подробностями мои коллеги. Спартакиада районной организации профсоюза работников народного образования – это событие, которого педагоги с нетерпением ждут каждый год. Ведь это возможность встретиться, пообщаться, активно провести время и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Участников спортивного марафона поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. И вот эти соревнования, которые сегодня проходят, конечно, они дают возможность вам оздоровиться, закалиться, приобрести позитивные эмоции. Появится новая мотивация. Поэтому все это классно, все это здорово. Будьте сильнейшие. Хорошего настроения. Удачи. Всего самого доброго. Инициатором проведения таких соревнований для педагогов в далеком 1988 году стал бессменный председатель Славянской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Зинаида Колотенко. И именно благодаря ей она стала традиционной и проводится ежегодно. Спартакиада работников образования – это именно те соревнования, где лозунг «Главное не победа, а участие» лучше всего передает их суть. Ведь данный спортивный праздник проводится прежде всего для хорошего настроения педагогов, для их физического развития и, конечно же, для укрепления здоровья. Рады, что мы все сегодня собрались своей командой, мы очень долго готовились. Спартакиада – это возможность проявить себя, показать свои силы. В этом году в спартакиаде приняли участие сборные команды 7 зон. Всего около 600 педагогов со всего района. Настрой всех участников был боевой. Готовились, настраивались, играли. Вот час назад буквально прошли соревнования по плаванию. В них мы заняли первое место, чему очень рады. Здесь также планируем показать самый лучший результат, который можем. Педагоги будут соревноваться в 16 видах спорта, сдадут нормативы ГТО. Состязаться они будут на протяжении всего учебного года. Тогда и станет известна самая спортивная педагогическая команда района. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».